К нам прийшов, ми не ждали в гості, гусаром старейший наш поет Сумщини, йому 96 лет, Владимир П'янков. Ми його дуже любимо, і поэтому даємо своє слово, він прочитає два своїх стихотворення. Дорогі земляки сумчане, уважаемые гости, милая детвора наша, славные кадеты, они ушли уже, от имени тех, кто родился в 1917 году, я, 97-й год вашему слуге, я хочу прочитать стихотворение. Я автор 11 книг, и вот в одном из книжек есть такое стихотворение. Иду красивый 95-летний, иду красивый 95-летний, дома картинки на виду, витрины в разноцветье, навстречу молодой народ компанией и парами. Летит их песня в небосвод с подругою гитарою. Моих медалей перезвон в соборный звон вливается, а из приветливых окон мне люди улыбаются. Смотри, какой у деда шаг, и выправка матросская. Пусть 95, но душа, как прежде, молодецкая. А вот городу нашему я посвятил такие строчки. Они еще сырые, прошу меня извинить. Сумы, град, я люблю тебя, град Сумы, и зеркальный тихий псел. Здесь мои дела и думы, здесь причал свой я обрел. Мне милы огней узоры, трели майских соловьев, лиц приветливые взоры, трудовой шаг земляков. Не устану я гордиться твоей славой трудовой, края Сумского столица, город вечно молодой. Будь вовек благословенна эта древняя земля, славожанщина священна, Сумы град, судьба моя.